Shabbat shalom לכולכם. Всем Shabbat shalom. אני רוצה באמת לברך את כל אלה שנמצאים פה בעולם. Я хочу сказать добро пожаловать всем находящимся в зале. והיום בבוקר אני מאוד שמחתי גם מזה שלואן קרתה מפרשת השבוע. Я очень был благословлен тем, что Луан зачитала нам сегодня из недельной главы Торы. כי בעצם הנקודה שם, אחת מהחשובות באמת, потому что там одна из очень важных точек, זה שאלוהים הוא הנס שלנו, הדגל שלנו. Что Господь, Он является нашим знаменем. אחת מהשמות שלו זה אדוני ניסי. Господь, мое знамя, это одно из его имен. והתפילה שלי היא שגם היום בבוקר הנס הזה ירומם מעלינו. И моя молитва в том, чтобы сегодня, также и сегодняшним утром, это знамя было вознесено нами. אנחנו עשינו את זה בהלל. Мы делали это в прославлении. ובואו נמשיך לעשות את זה גם כשאנחנו ניגשים לדבר האדון. Давайте будем продолжать это делать, когда мы приближаемся к Слову Божьему. אז בואו נתפלל לפני שאנחנו נהפוך ונפנה לדבר האדון. Давайте помолимся перед тем, как мы обратимся к Слову. הללויה, אבינו שבשמיים, אנחנו מודים לך על ההזדמנות הנפלאה הזו. Отец наш, мы благодарим тебя за эту прекрасную возможность. מודים אדוני על זה שאתה אל נאמן. Благодарим тебя за то, что ты верный Бог. מודים לך אדוני על זה שאתה אחד שעשה את הארץ, עשה את כל מה שמסביבנו. За то, что ты тот, который сотворил все, все находящееся среди нас. אנחנו מודים לך אדוני, כי אתה ואין כמוך. Потому что есть ты и нет другого подобного тебе. Аллилуйя. אנחנו מביאים לפניך את הלבבות שלנו הבוקר. Мы приносим пред тобой наши сердца сегодня. ואנחנו מבקשים ישוע שאתה תפעל בלבותינו. И просим, чтобы ты действовал в наших сердцах. שאתה תדבר ברוח קודשך אלינו. Чтобы ты говорил к нам своим духом святым. שאתה תשנה אותנו לדמותך ולצלמך. Чтобы ты менял нас в твой прообраз. בשם אדוננו ישוע המשיח. אמן. Во имя нашего Господа Иешуа Мессии. אמן. היום בבוקר אני רציתי לדבר על אחת מהנקודות בחיים של התלמידים. Сегодня утром я хотел говорить об одной из точек в жизни учеников. ולפני זה צריך לסדר פה משהו. ותלמידים של ישוע, כשאתם יודעים, הם התהלכו איתו לאן שהוא לא הלך. Вы знаете, что ученики Иешуа, они ходили за ним туда, куда бы он ни пошел. והם הלכו איתו לכל המשימות שהיו לו. Они ходили с ним на все задания, которые он выполнял. הם עקבו אחריו והם ליוו לו. Следовали за ним и ходили за ним. ובבשורה על פי מתי, פסוקים, פרקים 15 ו-16, и в Евангелии от Матфея, 15-16 главе, אנחנו קוראים על כך, על אחת מהתקופות של השירות של ישוע וגם התלמידים שלו. Мы читаем об одном периоде, одном из периодов в служении Иешуа, и когда с ним были его ученики. אנחנו רואים שהוא ריפא בפרקים האלה, אנחנו קוראים על כך שהוא ריפא ונתן אוכל כ-4,000 איש. И мы видим здесь, что в этот момент он исцелил большое количество людей и накормил 4000. מההמונים שבאו אליו, הוא ריפא את כולם שהגיעו אליו. Из того множества, которое приходило к нему, он исцелял их всех. הוא גירש את השדים, הוא ריפא את החולים, הוא דיבר עם צדוקים והפרושים. Изгонял бесов, исцелял болезни, говорил с садукеями и фарисеями. וכאשר אני מביא הרשימה הזו, когда я смотрю на этот список, אני יכול להגיד שאחרי תקופת שירות שכזאת, я могу сказать, что после такого длительного списка служений, אתה יכול להיות בטוח קצת עייף. Точно, уверенно можно сказать, что ты устаешь. בבת אחת להאכיל 4,000 איש, זה לא משימה פשוטה. В один момент накормить 4,000 человек, это непростое задание. אתם יודעים שבאחד מהשירותים שלנו בקהילה, אנחנו מחלקים סלי מזון לכ-6 וקצת יותר מ-600 משפחות. Вы знаете, что в нашем служении корзина ворона мы раздаем пищу где-то около 600 семьям. ורק לחלק זה די מעייף. Просто даже раздать, это уже тяжело. עד כמה וכמה לשרת לאנשים האלה, לבלות קצת זמן איתם, לדבר, לשמוע, להקשיב. Уже не говоря о том, что как выслушать всех этих людей, побыть с ними, обратить на них внимание. וכאשר יש לך 4,000 איש מולך, но когда напротив тебя стоят 4000, עד כמה וכמה זה קשה, אני מניח. Насколько больше это, более тяжело это. וכנראה ישוע ידע שהתלמידים שלו קצת התעייפו. И, наверное, Иешуа знал о том, что его ученики устали. ואנחנו יודעים בדיוק כמו שרואה קהילה דני התפלל עכשיו. И также, когда Даня сейчас молился, мы знаем,
שישוע יודע צורכנו גם בפרטים מאוד קטנים. שישוע, он знает наши нужды даже самые маленьких деталях. ואז הוא לוקח את התלמידים שלו לקיסריה שבפיליפיים. И потом он ведет своих учеников в Кесарию Филиппову. ושם הוא מתחיל לדבר איתם. И там начинает говорить с ними. ואני רוצה שאנחנו נפנה ביחד עכשיו לפסוקים מפרק 16. Я хочу, чтобы мы сейчас обратились с вами вместе к стихам из 16 главы. ונקרא קטע מפסוק 13 בפרק 16. И прочитаем из 16 главы 13 стиха. בשורה על פי מתי, פרק 16, נתחיל מפסוק 13. От Матфея, 16 глава, с 13 стиха. כשבא ישוע אל סביבות קיסריה של פיליפוס, שאל את תלמידיו, מה אומרים האנשים על בן האדם? מי הוא? Придя же в страны Кесарии Филиппова, Иешуа спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого? השיבו, יש אומרים יוחנן המטביל, אחרים אומרים אליהו, ואחרים ירמיהו או אחד מהנביאים. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. ושאל אותם, ואתם, מה אומרים, מי אני? Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? ענה שמעון קיפה ואמר, אתה המשיח בן אלוהים חיים. Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Мессия, сын Бога живого. אמר לו ישוע, тогда Иешуа сказал ему, אשריך שמעון בר יונה, כי לא בשר ודם גילה לך, אלא אבי שבשמיים. Тогда Иешуа сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. למרות על כך שהתלמידים כנראה אכן היו עייפים. Несмотря на то, что ученики его, скорее всего, были уставшими. וישוע לקח אותם לזמן הנופש כזה קטן. И Иешуа повел их в такое место отдыха, покоя. הוא ממשיך לדבר איתם. Он продолжал говорить с ними. הוא ממשיך לעבוד בחיים שלהם. Он продолжал работать в их жизни. ואני חושב שהוא שאל אותם שאלה שאולי אחת מהחשובות ביותר בחיים של כל מאמין. И я думаю, что он задал здесь вопрос, который, в принципе, важный каждому любому человеку, который верует. על מי, מה אתם חושבים עליי? Что вы думаете обо мне? מה אתם חושבים בן אדם הוא? Что вы думаете о сыне Божьем, о сыне человеческом? ואנחנו רואים שקיפה, שמעון, פטרוס, הוא ענה מאוד מדויק לשאלה הזו. И мы видим здесь, что Петр, он ответил на этот вопрос очень точно. והיום אני רציתי באמת להסתכל לתשובה הזו. И сегодня я хочу посмотреть на этот ответ. המסר שלי הוא מאוד פשוט. И мое послание, в принципе, очень просто. אפשר לסכם אותו באולי 4-5 מילים. Его можно подытожить, может быть, в 4 словах. ישוע המשיח בן אלוהים חיים. Иешуа Мессия, сын Бога живого. ישוע המשיח בן אלוהים חיים. Иешуа Мессия, сын Бога живого. והביטוי הזה אפשר לקרוא ולשים דגש כל פעם על מילה אחרת. И в это выражение его можно прочитать с различными ударениями. וכל פעם הדגש הזה הוא יהיה במקום חשוב. И каждый раз это ударение пойдет на важное слово, на важное место. כי אין פה מילה מיותרת. Потому что здесь нет ненужного слова. אין פה משהו שאנחנו צריכים או יכולים לפספס. Здесь нет что-то такое, что мы можем упустить или должны упустить. ובואו נתחיל מזה ששמו הוא ישוע. Начнем с того, что его имя ישוע. שמו ישוע ולא משהו אחר. Его имя ישוע и не что-либо другое. אחד מהדברים שאלוהים באמת שם בליבם של רבים מהמאמינים פה בארץ, בארץ ישראל. Одна из вещей, которую вложил Господь в сердце верующих здесь, в стране Израиля. זה להכריז את שם של ישוע. Это провозглашать имя ישוע. להכריז אותו פה בארצנו, איפה שהשם הזה הוא לא מכובד בקרב העם. Провозглашать это имя в том месте, где, в принципе, среди народа, простого народа, это имя не пользуется почетом. אנחנו יודעים שהרבנים שינו את השם הזה מישוע לישו. Мы знаем, что наши раввины изменили это имя вместо Иешуа на Иешу. וישו בעצם זה ראשי תיבות של ביטוי אחר. И Иешу, в принципе, является аббревиатурой выражения. הימחק שמו וזכרו. Да будет стерто его имя и воспоминание о нем. וכל פעם כשמישהו אומר לא ישוע אלא ישו. И каждый раз, когда человек употребляет не Иешуа, а Иешу. בוודאות או בלא ודאות, הוא בעצם חוזר על אותה קללה. Понимая или не понимая того, он в принципе провозглашает это проклятие. ואנחנו צריכים לעמוד על כך ששמו הוא ישוע. И нам нужно стоять на том, что его имя ישוע. וכאשר אני מדבר על שמו שהוא ישוע, אני לא מדבר על כך שאנחנו לא יכולים להגיד שם שלו בשפה אחרת.
И когда я говорю, что мы должны употреблять имя Иешуа, это не значит, что мы не можем употреблять это имя в другой вариации другого языка. Барусит אנחנו אומרים Иисус, באנגלית Jesus, ביוונית Иисус. На русском языке мы говорим Иисус, мы на английском языке Jesus и так далее. באחים הערבים שלנו קוראים לו איסא, כן? Наши братья арабы. Слыха? Иешуа. Вы слышали, как называют его? Окей. Ло отслил маше мешане. Сам по себе звук, он не что-то меняет. Маше кен мешане, за что אנחנו יודעים מה השם שלו אומר לנו. Но то, что мы... То, что важно, это то, что мы знаем, что это имя значит в себе. ואנחנו יודעים שכשמלאך אדוני נגלה, נגלה ליוסף, мы знаем, что ангел Божий, он явился Иосифу. מלאך אדוני שנגלה ליוסף, בעלה של מרים. Мужу Мирьям или Марии. הוא אמר לו במפורש, כך אתה צריך לקרוא לו. Он сказал ему отчетливо, сказал, так ты должен его назвать. Он сказал, а ты צריך לקרוא לו Иешуа, כי הוא יושיע את עמו. И наречешь имя ему Иешуа или Иисус, ибо он спасет народ свой от грехов его. ושם של משיח שלנו. И имя нашего Мессии. הוא אחד שמושיע. Это тот, который спасает. הוא אחד שמושיע אותנו מהחטאים שלנו. Тот, который спасает нас от наших грехов. לישראל היו לא מעט מושיעים. У Израиля было немало спасителей. אני חושב שכולם זוכרים את שמשון, כן? Я думаю, что все из нас мы помним Самсона. כולם מכירים את גדעון. Гидеона. גם שלנו, גם התנ"כי. И нашего, и также из того, который в Библии. היו לא מעט מושיעים בישראל. Было немало спасителей в Израиле. והם הושיעו את עמנו מהאויבים שבאותה תקופה, בתקופה שלהם, תקפו את ישראל. И они спасали народ Израиля от врагов его, от тех, которые нападали на Израиль. אבל יש רק אחד. Но есть только один. יש רק אחד ואין כמוху. Есть только один, который и не подобного ему. שיכול להושיע אותנו, את עמו, מהחטאים שלנו. Который может спасти нас, его народ, от грехов. בגלל זה שמו ישוע, וזה מאוד חשוב. Именно поэтому его зовут Иешуа, זה לא מישהו אחר. Это не кто-то другой. זה לא איזשהו ידוען במקום אחר. Это не кто-то такой знаменитый в другом месте. זה לא מבשר זה או אחר, עד כמה שגדול וטוב לא יהיה. Не какой-то великий евангелист, насколько бы он велик не был. רק ישוע, רק הוא יכול להושיע אותנו ואת עמו מהחטאים שלנו. Только Иешуа, и только он может спасти нас от грехов наших. אנחנו יכולים לקרוא בנביא ישעיה 43 פרק 43 פסוק 3. Мы можем прочитать пророки Исаии в 43 главе 3 стих. שהישועה הזו מהחטאים. Что это спасение от грехов? זה משהו שרק אלוהים יכול לעשות. Это что-то, что может сделать только Господь. ומושיע שיכול להושיע אותנו מהחטאים שלנו, זה רק ישוע ואין שם אחר. И Спаситель, который может спасти нас от наших грехов, это только Иешуа, а не другого. Ки ани Адонай Элохейха, Кадош Исраэль Мошиеха. Ибо я Господь Бог Израилев, Спаситель, а не другого. Анахну гам йодим, ки эйн шем ахер митахат лашамаем, шебо нитан ливне адам ливаша. Мы также знаем, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись человеком. Аз кашер анахну омрим, ми ху бишвилейну. Когда мы говорим о том, кто он является для нас, кем он является для нас. מי הוא ישוע לכל אחד באופן אישי. Кто он Иешуа для нас, для каждого лично. אנחנו צריכים לדעת שהיחסים שלנו. Мы должны знать, что наши отношения. והגישה שלנו, כשאנחנו ניגשים אליו. И подход, когда мы приближаемся к нему. אנחנו ניגשים לאחד שרק הוא. והוא לבד יכול להושיע אותנו מהחטאים שלנו. Мы приближаемся к тому, который только он единственный может спасти нас от наших грехов. אבל הוא יכול לעשות את זה לא בגלל שהוא פשוט בן אדם טוב. Но он может это сделать не только лишь потому, что он хороший человек. הוא יכול לעשות את זה בגלל שהוא בן אלוהים. Он может это делать потому, что он является сыном Божьим. ומה ששימון קיפה אמר, אנחנו קראנו את המילים שלו. И то, что здесь Симон Петр сказал, мы читали его слова. הוא אמר שאתה משיח בן אלוהים חיים. Он сказал, ты являешься Мессией, сыном Бога живого. לו ישועה לא היה בן אלוהים. Если бы Иешуа не был бы сыном Божьим. הוא יכל להביא איזה לימוד יפה ונפלא. Может быть, он мог бы принести хорошее учение. הוא אכן יכל להיות אחד מהנביאים. Может быть, он мог бы быть одним из пророков. אחד מהמנהיגים של העם. Одним из лидеров народа.
אבל לא אחד שיכול להושיע אותנו מהחטאים שלנו. Но не тем, который мог бы спасти нас от наших грехов. בגלל זה זה כל כך חשוב שאנחנו נדע שהוא לא רק שמו ישוע. И поэтому очень важно знать, что не просто, что его имя Иешуа. אלא שישוע הזה הוא בן אלוהים חיים. Но что он тот самый Иешуа, который является сыном Бога живого. אנחנו לפני תקופה לא ארוכה, לא מזמן. Совсем недавно буквально. אנחנו חגגנו כולנו אחד מהחגים בצורה זו או אחרת. Мы праздновали праздник тем или иным образом. חג שבעצם אנחנו יכולים לחגוג אותו כל יום. Праздник, который, в принципе, можем праздновать каждый день. חג שאפשר לקרוא לו חג המולד, יש אלה שקוראים לו בצורות ובדרכים אחרות. Рождество или другими названиями, какими вы хотите его называть. אבל אי אפשר לסרב מהעובדה שישוע בא לעולם בדרך הארץ. Нет возможности отрицать тот факт, что Иешуа пришёл в этот мир и ходил здесь на земле. והכוונה שלי שהוא נולד כילד באיזשהו אחד מהימים. Он родился и был младенцем какой-то из дней. וכאשר אנחנו מתקרבים לתקופה של חג המולד, и сейчас, когда мы приближаемся к периоду Рождества. לא, עכשיו, אפילו בדרך כלל. Обычно, когда мы приближаемся к празднику Рождества. אחד מהפסוקים שתמיד איכשהו מסתובב לי בראש ובלב. Один из стихов, который я всегда вспоминаю. זה פסוק מישעיהו הנביא. Это стих из Исаии, пророка Исаии. מפרק ט, פסוק 5. Из 9 главы, 5 стих. והפסוק הזה אנחנו שרים אותו. Мы этот стих всегда поем. אנחנו יודעים אותו, מכירים אותו. Мы хорошо знаем его. ואני חושב שבכל מקרה זה טוב אם אנחנו נקרא אותו עוד פעם ביחד. Но я думаю, что было бы неплохо вновь его зачитать вместе. כי ילד יולד לנו. Ибо ребенок родился нам. בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו. Сын дан нам. ויקרא שמו פלא יועץ, אל גיבור, אבי עד, שר שלום. И нарекут ему имя чудный советник. Отец вечности, князь мира. Аминь. Ки елет юлат лану. Ибо младенец родился нам. ובפסוק הזה יש אמיתות כל כך נפלאות ועמוקות. В этом стихе есть такие глубокие истины. Потому что елет юлат лану. Потому что младенец рождён нам. אבל הבן לא בא דרך האישה. Но этот сын, он пришел не через женщину. Бен нитан лану. Он дан нам. У юлат лану бебасар. Он рожден для нас во плоти. Аваль бен ху хая од лифней. Но сыном он был еще до этого. Ки ху лостам бен шель Мирьям. Потому что он не просто сын Марии. Ху бен Элохим хаим. Он сын Бога живого. Ху бен шель ото эхад шекара эта, шебара эта шамаем ва эта арец. Он является сыном того, который сотворил небеса и землю. Ху бен шель ото эхад шемахзик эта якум куло аль каф ядо. Он сын того, который содержит всю вселенную на своей ладони. Зота машмаут ше ху бен шель. И в этом есть мы сам смысл, что он его сын, не просто сын человеческий, но он сын Бога. Он является Иешуа, он является тем, который спас нас. בגלל שהוא בן אלוהים חיים. И является спасителем, потому что он является сыном Бога живого. ואנחנו צריכים לדעת שכל ההבנה הזו, הקונצפציה הזו, и все это понимание, вся эта концепция, זה לא משהו שנולד בקרב הנוצרים. Это не что-то, что родилось среди христиан. זה משהו שכתובים מדברים עליו עוד מאות שנים לפני שישוע נולד. Это то, о чем говорят писания еще за сотни лет до того, как Иешуа был рожден. אין לנו זמן עכשיו להיכנס לכל אחד מהמקומות שמדברים על כך שלאלוהים יש בן. У нас нет необходимости входить сейчас и искать все места Писания, где говорится в Писании, что у Бога будет есть сын. Но одно из самых явных и отчетливых, мы прочтем, и это находится в притчах. Мишлей, перек 30, притчи, 30 глава, пасук 4. 4 стих. וכשאנחנו נקרא פסוק הזה, и когда мы будем сейчас читать этот стих, עד שאנחנו נגיע לסוף של הפסוק, когда мы дойдем, пока мы дойдем до конца стиха. תחשבו על מי מדבר פה המחבר. Подумайте о том, о ком говорит здесь писатель. מי הוא אחד שיכל לעשות את כל המעשים שמפורטים פה? Кто есть тот, который мог сотворить все те дела, о которых здесь написано? משלי 30, פסוק 4. 30 глава, притч, 4 стих. מי עלה שמיים וירד מי? Кто восходил на небо и не сходил? אסף רוח בחופנו מי?
Кто собрал ветер в пригоршни свои? Царан, царар маим бесимлами. Кто завязал воду в одежду? Хеким кол афсе, кол афсей аренц. Кто поставил все пределы земли? Машмо. Какое имя ему? Ума шембно китида. И какое имя сыну его, знаешь ли? Ми асает кол амаасим аэле. Кто сделал все эти действия? Ми ала шамаим ваирет. Кто вознес на небеса и сошел с них? Ми яхоль бихлал лаасов руах ба бахофен шелом. Кто вообще может собрать весь ветер в свою ладонь? Машмо. Как его зовут? ואני חושב שהתשובה מאוד מאוד ברורה. Я думаю, что ответ очень прост. זה אדוני אלוהים. Это Господь Бог. הוא היחיד שיכול לעשות דברים כאלה. Он единственный, который мог сделать это. והמחבר אז שואל. И потом дальше писатель здесь спрашивает. אם אתה מכיר את שמו של אחד שעשה את כל אלה. Если ты знаешь имя того, который сотворил это все. האם אתה מכיר גם את שמו של הבן שלו? Знаешь ли ты имя также и его сына? והיום, כשאנחנו מדברים פה, יושבים בעולם, и сейчас, сегодня здесь, сидя в зале, אנחנו יכולים להגיד, כן, אנחנו יודעים. Мы можем сказать, да, мы знаем. כי שם שלו ישוע. Его имя ישוע. שם שלו ישוע, המשיח, בן אלוהים חיים. Его имя ישוע, סין בוגה живого. זה לא מישהו אחר, וזה לא משהו אחר. Это не кто-то другой и не что-то другое. וכאשר אנחנו זוכרים האמיתות הפשוטות והבסיסיות האלה, и когда сейчас мы знаем и помним эту хорошую, эту истину, очень простую истину, אני חושב שזה מאוד חשוב גם לנו לדעת למה בכלל אנחנו צריכים אותה. Для нас также очень важно знать, для чего нам нужно ее знать. ואני חושב שאחד מהדברים שאלוהים רוצה להעביר לנו היום, и из тех вещей, которые Господь хочет донести до нас сегодня, זה להגיד לנו שאנחנו מדי פעם אנחנו צריכים לתקן ולבדוק את היסודות שלנו. Это то, что Господь хочет, чтобы мы периодически проверяли наши основания. Потому что мы иногда настолько сосредоточены на том, что нам делать в будущем. אנחנו מסתכלים, אנחנו מחפשים מה עלינו לעשות עוד, מה אדון רוצה לעשות לנו בהמשך. Что нам сделать еще? Чего Господь ожидает от нас еще? שאחד מהדברים שאנחנו בקלות יכולים לפספס, что одна из вещей, которую мы точно легко можем упустить, זה באמת, על מה אנחנו מבססים את כל החיים שלנו. На чем мы строим всю нашу жизнь? לאחרונה אני חשבתי על מה שמתרחש בעולם שלנו, בארץ שלנו. Совсем недавно я размышлял о том, что происходит в мире, что происходит в нашей стране. למה אנחנו מתקרבים, מה יכול לקרות? К чему мы приближаемся, что может произойти. היום בבוקר אנחנו נסענו פה לקהילה ודיברנו עם אשתי. Сегодня утром мы ехали в собрание и говорили с моей женой. ובשיחה עלה לנו המקום מהכתובים הזה כשישוע אומר שיבוא זמן ואתם תצטרכו פשוט לברוח להרים. И мы говорили о том месте, когда Иешуа говорит, что придет время, вам придется убегать в горы. הוא גם אומר שם, אל תרדו ביתה, אל תיקחו שום דבר, איפה שאתם נמצאים, משם אתם צריכים לעלות על ההר. Он говорит, что в тот момент, где бы вы ни находились, не спускайтесь в дом взять свои вещи, просто поднимайтесь в горы. והיום בבוקר אני לא אומר לכם נבואות שבשנה הזו זה יקרה. И я сегодня не приношу вам пророчество здесь о том, что в этом году это произойдет. אבל כשאנחנו דיברנו, אני פתאום חשבתי. Но когда мы говорили, я вдруг начал думать. אם אני אצטרך ממקום איפה שאני נמצא. Если вдруг в том месте, где я нахожусь. מהמקום הזה פשוט לסובב וללכת. И мне придется просто все оставить, повернуться и уйти. מה אני אקח איתי? Что я возьму с собой? מה אני בכלל יכול לקחת איתי? Что я вообще смогу взять с собой? סמארטפון, מצוין, כן. Мой умный телефон. כן, כי בדרך כלל בטלפון יש לנו את חצי החיים שלנו, כן? Потому что в этих смартфонах сейчас у нас есть полжизни. אתמול דיברנו על כך שנגמרה סוללה, אתה אפילו לא יודע איך להתקשר למישהו. Теперь сегодняшние дни у нас закончилась батарея в телефоне, ты даже не знаешь, как позвонить другому человеку. היו זמנים שאני זכרתי את מספרי טלפון של כל האנשים שהייתי בקשר איתם. Было время, когда я помнил номера телефонов всех людей, с кем я был на связи. היום אני בטוח שאני מכיר וזוכר את מספר הטלפון של אשתי, של הבת שלי ושל אמא שלי. На сегодняшний день я помню номера телефонов своей дочери, жены и мамы. אפילו כשמתקשרים אליי ושואלים מה מספר הפקס לשלוח לך,
И даже когда у меня спрашивают, какой мой номер факса, я говорю, секунду, я проверю. Потому что нет нужды запоминать это. Но по-настоящему, что мы можем взять с собой? И я не говорю только о материальных вещах, которые мы можем взять в наши руки. Что мы понесем в наших сердцах? Что мы понесем в тот день? И не стоит ли, может быть, в этот момент сейчас начать проверять, что есть у меня в сердце, и что важно, и что нет? И одна из вещей, я как репатриант, может быть, как многие из вас, одна из вещей, которую я сделал после моей репатриации, я начал и продолжаю такую проверку своих запасов, то есть что у меня есть. והכוונה, אני תמיד בודק, מה שיש לי מהעבר שלי, מהרקע שלי. Я проверяю, что у меня осталось из моего прошлого. האם הדבר הזה הוא באמת חשוב לשמור עליו או לא? Важно ли мне хранить это? ואם לא, אז למה שאני אחזיק בו? И если нет, зачем мне это держать? И может быть, есть что-то новое, что Господь хочет привести в мою жизнь. Может быть, есть что-то, когда я вырос на Украине, не знал, но теперь научился этому здесь. И это стоит хранить у себя в сердце, как сокровище. И одна из вещей, которую я верю, что она драгоценна и стоит ее хранить, זו האמת הזו, האמת הפשוטה לכאורה. Это простая на первый взгляд истина. מי הוא ישוע בשבילי בחיים האישיים שלי? Кто является, кем является для меня Иешуа в моей личной жизни? כל השאר יכול להיות חשוב במידה זו או אחרת. Все остальное может быть важно в той или иной мере. אבל אם אין לי האמת הזו עמוקה בלב שלי. Но если нет, в моем сердце нет этой простой истины. מה התועלת מכל השאר? Тогда из всего остального какая польза? И мы можем знать из Писания, что это истина, что Иешуа, Он мой Спаситель. Он Спаситель, Сын Бога Живого. И это является той скалой, на чем мы можем строить свой дом, свою жизнь. Я уже говорил о том, что нет другого имени, не дано другое имя, имени под небом, которым можно бы спастись. Я хотел бы добавить и сказать, что и основания другого нет. Выражением этой убежденности, этой веры, они могут быть разные. Вы помните, что в Игерете к Коринфянам שליח שאול הוא כותב אל תלמידיו, אל קהילה שהוא ייסד שם. Вы помните, что в послании к Коринфянам апостол Савл, Шаул, он пишет. באיגרת הראשונה, פרק 3, הוא מדמד בן אדם לאחד שיש לו יסוד, ואז על היסוד הזה הוא בונה את הבית שלו. Он пишет в первом послании к Коринфянам, 3 главе, он пишет, что есть основание, и уже потом на этом основании человек строит. И он говорит о том, что на этом основании можно строить различными образами. Есть человек, который строит из золота и драгоценных камней. Есть человек, который строит из дерева, из соломы. אני מדבר עליי אישית. И я говорю сейчас лично о себе. אני כל כך מרוכז על ממה אני בונה. Я настолько сосредоточен на том, из чего я строю. שכל כך בקלות אפשר לפספס על הנקודה הזו שעל מה אני בונה. Что очень легко упустить тот момент, на чем я строю. ויכול להיווצר רושם שמה שחשוב זה לעשות ולבנות. И иногда создается впечатление, что самое важное — это строить и делать. Не поймите меня неверно, это да, важно. Но то, что в принципе Шауль пишет здесь, то, что Павел пишет здесь,
Он говорит, что неважно, насколько бы ни было прекрасным твое здание, твой дом. От кама нифла ты ахол ливнот ото. Насколько красивым ты не можешь, не построил бы его. Им ата ло банито ото аль йесод нахон. Если ты не построишь его на правильном основании. Яво зман ве адон ярит эта кол. Придет время, и Господь потрясет это все. Йешуа ацмо ба бесура аль пи матай ба лимута аль хара ошер. И сам Иешуа на горе Блаженства, как она называется. Он говорил о том, что есть дом, который строится на скале, и строится на песке. И по написанному можно понять, что два эти дома они не слишком отличались друг от друга. Вегама нисьонот, что шнея батима эле авру, алейхем лохаю колках шуним зе мизе. И испытания, которые пришли на эти дома, также не отличались друг от друга. Авал маше кен хая шуне зе айисот шелаем. Но то, что отличалось, это основание. Вегаем от пам ани роце пашут лифнот это левовод шелану пам ахар пам. И сегодня я вновь хочу, чтобы мы назидали наши сердца. לנקודה הזו שאנחנו נבדוק מהו היסוד בחיים שלנו. И обратились к той точке, где мы проверяем, в чем наше основание. האם המעשים שלנו הפכו להיות ליסוד? Являются ли наши дела, действия основанием? האם מה שאנחנו עושים זה מה שחשוב לנו יותר מבמי אנחנו עושים את זה? Являются ли наши дела, то, что мы делаем, гораздо важнее, чем то, во что, в кого мы верим? האם השירות שלי, האם העבודה שלי, האם החיים שלי ומה שאני עושה יום יום. Мое служение, моя работа или то, что я делаю каждый день. האם זה הפך להיות מטרה בפני עצמה? Стало ли это самоцелью? ואני לא אומר שאני יודע אנשים כאלה בעולם הזה. Я не могу сказать, что я знаком с такими людьми здесь, в зале. אבל אני בטוח שאלוהים רוצה שאנחנו נשאל את השאלה הזאת. Но я уверен в том, что Господь хочет, чтобы мы задали себе этот вопрос. אנחנו נכנסנו כבר לשנה חדשה. Мы входим сейчас в Новый год. אנחנו עומדים לפני שינויים וחלקם כבר התרחשו. Мы стоим на пороге новых вещей, некоторые из них уже произошли. רואה קהילה פיטר דיבר על נודות חדשים שאותם אלוהים רוצה לראות אותנו. Пастор Питер говорил о новых мехах, как Господь хочет видеть нас, о новых началах. וכאשר אנחנו נכנסים לתקופה חדשה. И входя в новый период. אני בטוח שזה תמיד, תמיד טוב וכדאי לבדוק את היסוד. Я уверен, что всегда, всегда, всегда хорошо проверить основание. בקרם אל, אחד מהאחים שם זה אריה קליין, נכון? Один из братьев в Керем Эль это Ария Клайн. והמקצוע שלו והמומחיות שלו זה בדיקת היסודות. И его профессия – это проверка оснований, проверка фундамента. ואבונה נבון וחכם, לפני שהוא ממשיך לבנות את הבית שלו. И мудрый строитель, прежде чем как он начинает строить дом. לפני שהוא מוסיף קומה. Прежде чем он добавляет еще этаж. הוא בודק את היסודות. Он проверяет основания. וגם ככה אנחנו צריכים לעשות מדי פעם. Также и мы должны это делать. לא רק בתחילת השנה, אולי הרבה יותר לעתים קרובות. Может быть, не только в начале года, но более чаще. אבל במיוחד אולי בתחילת השנה גם. Но может быть и каждый год в начале года. ובראשונה לקורינתים, באותם הפסוקים שדיברנו עליהם עכשיו. В первом Коринфянам, в тех стихах, которые мы сейчас уже упоминали. שליח שאול מדגיש פה נקודה אחת מאוד מאוד חשובה, אני חושב. Апостол Павел упоминает об очень важном месте. אנחנו יכולים לעשות טעויות. Мы можем делать ошибки. לפעמים אנחנו יכולים לבנות מקש, מעץ ומחציר. Иногда мы строим из сена, из соломы. ואפילו אם זה רק חלק קטן ממה שאנחנו בונים, זה יסרב בכל מקרה. И иногда эта часть того, что мы построили таким образом, она будет сожжена. ואני לא אומר שכדאי לעשות כך. И я не говорю о том, что стоит это делать таким образом. אבל אם יש לנו יסוד. Но если у нас есть основание, если в основании нашей веры, нашей жизни, лежит Иешуа, Сын живого Бога, если у нас с Ним есть личные взаимоотношения, то тогда даже если все наши ошибки, вся наша ерунда, она будет сожжена, ראשונה לקורינתים אומר, אנחנו עדיין נבשה. Во первом Коринфянам сказано, что мы все еще спасемся. קצת לא בצורה מכובדת, נגיד ככה. Может быть, не самым уважаемым, почетным образом. אבל כן נבשה.
Но спасемся. וכדאי לנו שיהיה לנו יסוד יציב. Лучше было бы, чтобы у нас были хорошие основания. וכדאי שעל היסוד הזה אנחנו נבנה מאבנים יקרות, מזהב וכסף. И нам стоит строить на этом основании из драгоценных камней. כך שלא רק אנחנו נבשע, אלא אנחנו גם נוכל להביא פרי בחיים האלה וגם במלכות השמיים. Чтобы мы не просто спаслись, но также могли принести плод в этой жизни. Амен. В Царство Небесное. מה עוד מאחד מהסיבות למה שאנחנו צריכים לדעת את ישוע? Как, в чем же еще причины, по которым нам стоит знать Иешуа? Ладат ото, ки Иешуа, Машиах, бен Элохим Хаим. Знать его, потому что он является сыном живого Бога. Ки гу ацмо, бецем, амаком, эфо ше анахну нимцаим. Потому что он является тем самым местом, где мы находимся. Элохим ло кара лану лиот бамаком ахер хуц ми зе ше нимца бе Иешуа. Господь не призывает нас быть в каком-то другом месте, которое не находится в Иешуа. אני חילקתי קצת בשיחה האחרונה של צוות פה באור הכרמל. На последнем собрании в Ора Кармель я делился. Аля пасук ми אל הקולוסים. Стихи из Колоссян. ובאל הקולוסים 1:16-17. В первой главе к Колоссянам 16-17 стих. כתוב שאנחנו נבראנו בו. Написано, что мы сотворены в нем. שכל העולמות הנראים ובלתי נראים נבראנו בו. Что все эти миры, которые видимые и невидимые, ובעצם התמונה פה בקצרה, в двух словах здесь картина в том, זה דומה לבריאת האדם. Это похоже на сотворение человека. כאשר אדם נברא, אשתו חווה הייתה בו. Когда Адам был сотворен, то тогда жена его, Ева, она была в нем. היא הייתה אחת מהצלעות של אדם. Она была одним из ребер его. ואז אלוהים הוציא את הצלע הזו ועשה ממנה את חווה. И тогда Господь взял это ребро и сделал из него, сотворил из него Еву. ואנחנו, כאשר אנחנו נבראנו, יחד עם כולם, יקום כולו בעצם. Когда мы все были сотворены, то есть вся вселенная. אנחנו נבראנו בישוע המשיח, בן אלוהים חיים. Мы были сотворены в Иешуа, Мессии, Сыне Бога Живого. ובדיוק כמו שבאותה תמונה, באותו דמות של אדם וחווה. И точно так же, как в прообразе или в картине с Адамом и Евой. אלוהים לקח את חווה והביא אותה לאדם. Господь взял Еву и привел ее к Адаму. בדיוק ככה אנחנו מחכים לרגע כאשר אלוהים ייקח אותנו. И также мы ожидаем, когда Господь возьмет нас. את אלה שנבראו בישוע המשיח. Те, которые были сотворены в Иешуа Мессии. את אלה שנושעו בישוע המשיח. Те, которые были спасены в Иешуа Мессии. והוא יביא אותנו אליו. И приведет нас к себе. כי אנחנו קלטו. Потому что мы являемся Его невестой. А אנחנו מצפים לרגע הזה כשאנחנו נפגוש את ישוע כחתן שלנו. Ожидаем ли мы этого момента, когда мы встретим Иешуа как нашего жениха? אני אולי חלק שמעו את ההשוואה הזו כבר. Может быть, часть из нас уже слышала это сравнение. ואני חושב שגברים ברובם יסכימו איתי. И я верю, что мужчины со мной согласятся. שכל המחשבה הזו של להיות קלה, זה קצת לא קל להקלה. Для мужчин, в особенности, осознание того, что они являются невестой, немножечко тяжело для восприятия. זה משהו שאנחנו פשוט לא גדלנו איתו, כן? Это что-то, с чем мы не выросли. והבנות, הן גודלות עם המחשבה הזו מהילדות המאוד-מאוד מתקדמת, כן, וקדומה. Девочки, они вырастают с этой мыслью с самого молодого возраста. בנות שלי, שניהן, הן כולן במחשבה הזו, מה יהיה בחתונה שלנו? У моих девочек все, о чем они размышляют, это что будет на их свадьбе. יש להם מחשבות אחרות גם, כן? У них также и другие мысли есть. ואנחנו עוזרים להם לחזור למחשבות על בית ספר ודברים, אתם יודעים, שחרתיים כאלה. Помогаем им думать также о других ежедневных вещах, о школе. אבל בסופו של דבר, כל התכנון הוא בא לכיוון, אני עושה זאת, 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 ואז חתונה. И все планирование жизни, он говорит, я сделаю это, 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 а потом свадьба. ואז מה יקרה במשפחה? И потом, что будет в семье. ואני חושב שזה מאוד מאוד בריא לבנות לחשוב ככה. Я думаю, что для девочек размышлять таким образом это очень хорошо. והאמת גם כן, שאנחנו כבנים, כגברים, но для нас и для мужчин, для парней, אנחנו צריכים ללמוד לחשוב ככה גם כן. Нам тоже так необходимо учиться думать. לפחות בנקודה הזו שהחתן שלנו הוא ישוע המשיח. Хотя бы даже с той точки зрения, что нашим женихом является Иешуа Мессия. מה זאת אומרת בשבילי שאני הקלה שלו? Что значит это для меня, что я являюсь его невестой? האם יש לי תשוקה אמיתית לאותו רגע
שאני אפגוש אותו פנים אל פנים. Есть ли у меня по-настоящему желание, нетерпеливое желание встретить его лицом к лицу? יוחנן השליח, יוחנן כותב שאדוני קח את הכלה והביא אותה אל ישוע. Иоанн, он пишет, что Господь возьмет невесту и приведет ее к Иешуа. האם אנחנו מחכים לרגע הזה? Ждем ли мы этого момента? ואני חושב שהציפייה הזו היא מאוד מאוד תלויה בהתגלות, בידיעה שישוע הוא המשיח שלי. И я думаю, что это откровение, оно очень связано с тем откровением, что Иешуа является моим личным спасителем. שהוא בן אלוהים חיים. Что он является Богом, сыном Бога живого. שהוא האחד שירד מהשמיים בגללי. Он тот, который сошел с небес для меня. וגם בשבילי. И ради меня. והוא לקח אותי למקום אחר לגמרי, מחושך אל האור. И взял меня из тьмы в свет. ממלכות החושך אל מלכות האור. Из царства тьмы в царство света. והוא רוצה שאני אהיה בו. И он хочет, чтобы я был в нем. בצורה שאני לא חושב שאנחנו יודעים את מלוא המשמעות של הביטוי הזה הפשוט. Я не знаю, понимаем ли мы полностью весь смысл этого. שליח שאול, אני חושב שאחת מהדוגמאות, לפחות בשבילי, מאוד אהובות מהכתובים. אפוסטל פאוול, он для меня лично очень хороший пример, который я люблю. במיוחד, בכל הקשור לתשוקה שלו לאדון. В особенности в том, что касается его жажды по Богу. אנחנו רואים את התשוקה שלו במכתבים שלו, בכל מיני רשומות בהיסטוריה. Мы видим его жажду в его посланиях, в различных моментах истории. אנחנו רואים... רואים שבאמת בשבילו האדון והיחסים והשירות לאדון זה היה הכל. Мы видим, что для него служение Господу и Господь это было все. לפעמים אולי יש אלה שיגידו שאולי אפילו מעבר למספיק. Некоторые, может быть, скажут, что даже чрезмерно. קצת יותר מדי אולי מישהו может יגיד. Может быть, чуть сверх меры. אבל אני חושב שהייתה לו תשוקה כזו בגלל שהייתה לו גם התגלות. Но я думаю, что у него было такое желание по Богу, потому что у него было и откровение. Было у него откровение о том, кем является Бог. У него было откровение о том спасении, то откровение, которое он получил. Откровение о том, с какой дыры Господь вывел его. Из какой тьмы Господь вывел его. И в какой свет он привел апостола Павла. И сейчас, наверное, в конце я хочу зачитать вам несколько стихов. ואחד может, מהם זה אלף פיליפים 3:8, עוד פעם פסוקים מאוד ידועים. И одно из филиппийцев 3:8. Третья глава, 8 стих. ועוד פעם, באמת, אני היום אין לי ציפייה לגלות לכם איזשהו דבר חדש. И опять-таки, у меня нет сегодня стремления принести вам какое-то новое откровение. ואני כמעט ובטוח שכל מילה שאמרתי אתם יודעים. И я совершенно уверен в том, что любое слово, сказанное мной, вы уже его знаете. אבל אולי קצת רוצה אני להיות דומה לאותו קיפן. Но, может быть, я хочу каким-то образом быть подобным тому Петру. שבאיגרת שלו הוא כותב ואומר, אני כותב לכם את זה שוב. Где в своем послании он пишет, я пишу вам это вновь, еще раз. ואחזור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועד כמה שיהיה צריך. И буду возвращаться и повторять это столько, сколько нужно. כי יש דברים שהם מאוד מאוד מעניינים. Потому что есть хорошие, интересные вещи. ויש דברים שבלעדם פשוט אי אפשר לעשות צעד אחד בחיים. Но есть вещи, без которых нельзя даже ступить шаг в жизни. ואחד מהדברים החשובים כאלה, זו התגלות על מי הוא ישוע בשבילנו. И одним из таких вещей, это откровение о том, кем является Иешуа Мессия. ושליח שאול באלף פיליפים 3:8 הוא מבטא את התשוקה שלו לאדון. И в третьей главе к филиппийцам апостол Павел пишет, он выражает свое желание по Богу. הוא אומר, אני חושב את הכל להפסד, בגלל היתרון לדעת את המשיח ישוע אדוני, אשר למענו הפסדתי את כל הדברים, ואני חושבם לפסולת בשאיפתי להרוויח את המשיח. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Иешуа Мессии, Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Мессию. ופה יותר מפעם אחת מה שאומר שליח שאול. И здесь не один раз апостол Павел говорит. הוא אף פעם לא אומר שהדברים שיש לי הם פסולת בפני עצמם.
Он нет места, где он говорит, что все вещи, которые есть у меня, это мусор сам по себе. Это скала, это еда, это яхолет, это рекашили, улокурела им псолецтам. Образование, его знания, его понимание, его прошлое, он не называет это само по себе мусором. И сами по себе все эти вещи, вы должны понять, это не является мусором, не является чем-то плохим. Но когда эти вещи становятся у нас на пути к Господу, когда эти вещи становятся более важными, чем сам Господь, именно тогда апостол Павел говорит, я готов выбросить все. Тогда я могу отказаться от всего в своей жизни. Ло хашув ли бахаим шели, ло зе шеани иуди, ло шеани мишевет биньямин, ло шеани паруш меапрушим. Неважно мне абсолютно то, что являюсь иудеем из иудеев, являюсь из сына из колена Вениаминова и фарисеем из фарисеев. И мехат ми адварим аэле мафрия ли ладат эт Иешуа. Если одна из этих вещей не дает мне познать Иешуа, азани меватер. Тогда я просто отказываюсь. Азани мехашвам лапсолет. Я начинаю почитать это все за мусор. Азани яхол ливатер аль коль давар шеешли. Тогда я могу отказаться от любой вещи, которая есть у меня. Ки еши тарон. Потому что есть преимущество. Он пишет, что ради этого преимущества я это делаю. И в чем преимущество? Преимущество это в том, что мы знаем Иешуа Мессию, Сына Бога Живого. Мы можем знать много вещей. Но так же, как Мария, мы должны знать только одно. И это самое важное. Миху Иешуа бишвили. Кем является Иешуа для меня? Сегодня я хочу помолиться вместе с вами. Помолиться о том, чтобы Господь продолжал проверять наши основания. И спрашивать, что находится в центре моей жизни. Является ли это сам Иешуа? Либо что-либо другое. Может быть, я построил прекрасный план. И начал преуспевать в чем-то в своей жизни. И остается тот же самый вопрос. Начинает ли эта вещь занимать место Иешуа в моей жизни? И моя надежда, моя молитва, чтобы Иешуа Мессия, тот самый, который является Сыном Бога Живого, тот, о ком откровение мы не можем получить, кроме как от Духа Святого. Чтобы он и никто-либо другой не мог быть центром нашей жизни. Давайте мы помолимся вместе. Может быть, давайте встанем. Принесем перед Господом наши сердца. Аллилуйя. Аллилуйя. Иешуа, אנחנו באים לפניך, אדוני. Иешуа, мы приходим перед тобой. עם בקשה פשוטה כמו אצל הילדים. С простой просьбой, как дети. אנחנו רוצים אותך. Мы хотим тебя. אנחנו רוצים אותך בחיים שלנו. Хотим тебя в нашей жизни. אנחנו רוצים אותך בחיים שלנו יותר מכל. Хотим тебя в нашей жизни больше, чем что-либо другое. ואני מבקש, Иешуа, על כל אחד מהאחים והאחיות שלי, עבורי מבקש אני גם כן. Я прошу тебя, Господь, за все моих братьев и сестер, также за себя. שאתה תבדוק עכשיו את הלב שלנו. Чтобы ты проверил сейчас наши сердца. לב של כל אחד מאיתנו. Сердце каждого из нас. ותראה לנו, אדוני, אם יש בדרך שלנו, אם יש בלב שלנו, משהו שעומד בינינו. И показал нам, что если есть что-то в наших сердцах, что отделяет нас от тебя. אפילו אם הדבר הזה הוא טוב בפני עצמו ואין בו שום חטא. Даже если эта вещь сама по себе хороша и в ней нет греха. Может быть, мы позволяем этой вещи занять большое слишком место в нашей жизни. Может быть, эта вещь стала занимать твое место в нашей жизни. Аллилуйя. Мы не ищем личной славы. Мы не ищем
כבוד מבני אדם ולא מאחרים, אדוני. Мы не ищем славы для себя от людей и ничего другого такого. אני מתפלל, אדוני, שהתפילה הזו והמילים האלה של שאול השליח, я молюсь, чтобы эта молитва, то, что написал апостол Павел, יהיו תפילה של כולנו במשך כל החיים שלנו, אדוני. Чтобы эти слова стали нашей личной молитвой каждого из нас. שאנחנו נחשוב את הכל להפסד. Чтобы мы все почитали за ссор. להפסד בגלל היתרון. Ради одного преимущества. והיתרון הוא בכך שאנחנו נדע את משיח, את המשיח ישוע אדוני. Ради преимущества или превосходства познания Иешуа. ולמענו אנחנו נוכל באמת לחשב את כל הדבר לפסולת. Чтобы ради него мы посчитали все абсолютно за ссор. Все почитали тщетным. כדי לדעת אותך, ישוע. Чтобы знать тебя. לדעת אותך. Знать тебя. את כוח גבורתך. И силу твоего. ולהשתתף בייסוריך, אדוני. Силу твою и также участвовать в твоих страданиях. תודה לך, אדוני. תודה לך, ישוע. הבוקר אני לא חש צורך באמת לקרוא אנשים לבוא קדימה. Сегодня утром у меня нет на сердце чувства, что я должен приглашать людей вперед. אבל אני רוצה להשאיר אתכם עם הפסוק הזה. Я хочу просто оставить вас с этим стихом. ותיקחו אותו, כי אם אתם רוצים, כי השיעורי בית שלכם לשבוע. Возьмите этот стих как домашнее задание. הוא שווה ללמוד. Его стоит изучить. לשנן ולזכור אותו בעל פה. Выучить его на память наизусть. שבת הבא אנחנו נבדוק מי עשה ומי לא. На следующей неделе мы проверим ваше домашнее задание. אבל החשוב מכל. Но самое важное. האם באמת ישוע הוא במרכז? Является ли ישוע центром? זה משהו שהוא יודע. Это что-то, что знает он. ובמרבית המקרים גם אנחנו יודעים את זה. Но в большинстве случаев также и мы это знаем. אבל הכי חשוב שאנחנו נוכל לבוא לפניו עם לב פתוח, עם פנים מגולים. Самое важное, чтобы мы могли прийти перед ним с открытым лицом, с открытым сердцем. ובאמת לשאול אותו, אדוני, אתה תראה לי, האם נכון הדבר או לא. И спросили у Господа, Господь, покажи мне, правильно ли все. האם האמת הזו היא במרכז של החיים שלי. Является ли эта истина центром моей жизни. Аллилуйя. Thank you.